Gold Elite. Изготовление эксклюзивных обручальных колец, уникальных ювелирных изделий, украшений с бриллиантами. Океанский проспект 13. Телефон 248-29-92. Gold Elite. Доступная роскошь. Астрологический прогноз от салона Мандрагора. 25 мая, понедельник. Овны, ваша храбрость может сослужить хорошую службу всему коллективу. Старайтесь в своих действиях не выходить за рамки законности. Вторая половина дня отлично подходит для отдыха, общения с противоположным полом. Тельцы. Хорошее время для обустройства жилья, решения бытовых проблем. Вам следует строго соблюдать правила дорожного движения и вообще охранять свое средство передвижения, если таковое имеется, от неприятностей. Близнецы, внимательно прислушайтесь ко всем новым предложениям. Это день продуманных перемен и начало удачных путешествий. Однако для крупных приобретений и серьезных шагов в бизнесе лучше выбрать другое время. Раки. Не стоит пугаться неожиданностей и противоречий этого дня. Вероятные счастливые совпадения, способные изменить привычный ход вещей в лучшую сторону. Не теряйте силы на ненужные, пустые контакты. Львы. Много переживаний принесут встречи с новыми людьми, поездки по делам и зову сердца. Но вы несколько подавляюще действуете на окружающих. По возможности наладьте отношения с теми, с кем у вас вышла размолвка. Девы, будьте осторожнее, совершая финансовые операции. Не забывайте про чувство меры. Хорошо удаются дела, связанные с проявлением индивидуальности, реализацией фантазий, особенно коллективных. Весы, вам нужно позаботиться о своем авторитете в рабочем коллективе. Не держите при себе идеи, которые могли бы принести пользу и вам, и вашим партнерам. Хорошее время для духовного поиска и работы над собой. Скорпионы, ваша решительность будет восприниматься некоторыми как нечто вызывающее. Следите за собой, чтобы не разбрасываться репликами, способными снизить чужую самооценку. Возможны непредвиденные расходы. Стрельцы, воздержитесь от излишеств в еде. Лучше сделать упор на физическую нагрузку. Подходящий период для отдачи долгов, как моральных, так и материальных. Личные и деловые отношения могут выйти на новый уровень развития. Козероги, в общении с окружающими вы делаете заметные успехи. Принимайте участие в самой разной деятельности, какая только подворачивается в этот период. Вечером займитесь профилактикой здоровья, очищением, найдите время для музыки и танцев. Водолеи, расширяйте круг общения, чтобы привлечь желаемую ситуацию. Подходящий день для учебы, овладения новой профессией, занятий научной работой. Хорошо, если вы найдете время и поможете детям раскрыть их таланты. Рыбы. Подходящий день для приобретения техники и нововведений в семье. Если вы занимаетесь бизнесом, есть все шансы заключить очень выгодный контракт. Но для успеха в делах придется действовать методично, проявлять терпение. Спонсор программы – потомственная предсказательница Раиса. Гадание, эффективный приворот, снятие порчи с глаза, воссоединение семьи, оплата после результата. Телефон 276-95-63.